Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А сегодня у меня новая игра Dragon's Eggs, Драконьи яйца. Так вот симпатичная игра выглядит. Значит, давайте перейдем в новости. Значит, запуск проекта 28.04. Сегодня проект только стартовал. Вот. Перейдем обратно на главную, что нам предлагает игра. Добро пожаловать на проект Dragon's Eggs. Покупайте драконов, пополняйте баланс или зарабатывайте без вложений и покупайте драконов. Драконы будут нести вам яйца каждую секунду. Собирайте яйца драконов. Чем дороже дракон, тем больше он приносит. Так. Продавайте яйца взамен на серебро. Бонус при регистрации. Пройдите регистрацию и получите 1000 серебра на баланс для покупок. За них вы сможете приобрести своего первого дракона. Дают бонус. Далее, что у нас здесь? Защищенный скрипт. Быстрая окупаемость, уникальный дизайн. Ну, правда, очень красивая игра. Прозрачная статистика, без вложений. Регулярные конкурсы, партнерская программа. О проекте. Значит, способ первый. Заработок на инвестициях. Это покупать драконов. Пополняйте баланс через удобные для вас платежные системы. После сбора яиц выводите деньги автоматом, либо покупайте еще драконов. Способ второй. Заработок на рефералах. Реферальная программа у нас 9, 1 и 1%. Способ третий. Заработок без вложений. Так, на сайте доступны различные виды заработка без инвестиций. Зарабатывайте на серфинге сайтов, выполняйте задания или просто получайте бонусы. В игре очень много плюшек. Регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Вводим капчу, нажимаем регистрация, вход по логину и паролю. Я уже зарегистрировалась, но я еще никаких действий не делала. Даже на бонусную денежку еще не купила дракончика себе. Значит, давайте здесь посмотрим. Вот такая вот, это наш кабинет. Так, статистика аккаунта, данные аккаунта. Далее, ну вот, пригласитель, ID, количество драконов, время на проекте 0, так как проект только стартовал. Так, я вот серфинг один просмотрела. Я еще ничего не пополняла, ничего, никаких действий, как сказала, уже не делала. Давайте пройдемся. Значит, магазин. Что у нас в магазине? Здесь вы можете приобрести драконов разного вида. Каждый вид драконов приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Так, яйца необходимо собирать на складе. Вот, нам дает голубой такой вот симпатяшка, такой дракончик в подарок. Давайте я его куплю на бонусные 1000 серебра. Как я поняла, 1000 серебра это 10 рублей. Нажимаю купить. Успешно, покупка совершена. Окей. Значит, 22% в месяц будет он приносить прибыль. Значит, далее золотой дракон 24,6% в месяц. Это уже 11500 серебра. Вот у меня не так много денег на кошельке. Но вот я хочу купить вот такого дракончика. Далее синий дракон 26,9%. Ну и так далее. Посмотрите уже, кому что по карману. Далее. Так, магазин. Склад. Так, распределение серебра при продаже. Обратите внимание, 99% на счет для вывода и 1% на покупки. Курс продажи яиц 100 яиц равно 1 серебру. Так, курс серебра к рублю 100 серебра 1 рубль.
Яйца можно обменивать тогда, когда вам угодно. Чтобы собрать яйца, откройте информацию о каждом виде дракона и нажмите «Собрать». Вот у меня уже одна штучка. Можно собрать. Опс. Ага, смотрите, ваш дракон, голубой дракон, первый уровень. Их еще можно улучшать. Давайте посмотрим. Нажимаю «Улучшить». Так, «Улучшить». Это у нас 1500 серебра. Это значит, будет у нас 15 рублей. И что он нам даст? Так. Уже, значит, голубой дракон. Смотрите, первый уровень. Окупаемость 20%. Так, первый уровень 1000 серебра. Общая стоимость. Плодовитость. Так, второй уровень. 1500 серебра, это 15 рублей. Если я не ошибаюсь, ребят, честное слово. Так, общая стоимость 2500 серебра. Серебра, плодовитость 21%. И третий уровень 2500, это 25 серебра. Общая стоимость 5000 и плодовитость 22%. Это у каждого дракончика можно как бы повышать уровень. Замечательно. Так, склад. Здесь наша партнерочка находится. Значит, смотрите. Здесь реферальная ссылочка. Обычная реферальная. Именная реферальная ссылочка. Две реферальные ссылочки. Кому интересно, я свою ссылочку оставлю под видео. Далее, что еще у нас? Так, рефералы. Ага, баннеры. Посмотрите, какие красивые здесь есть у нас. Я извиняюсь, если видео немножечко затянется, так как проект новый, надо все показать и рассказать. Так, бонусы. Очень много бонусов. Плюшек. Значит, ежедневный бонус. Давайте получим. Так, бонус предоставляйте один раз 24 часа. Так, бонус выдается серебром на счет для покупок. Сумма бонуса генерируется случайно от 5 до 110 единиц серебра. Для получения кликните по баннеру. Понятно. Так, кликнули. Возвращаемся. Так, успешно. Бонус зачислен. Окей. Далее. Ежечасный бонус есть. Значит, бонус выдается серебром на счет для покупок. Сумма бонуса генерируется случайно от 3 до 30 единиц серебра. Так, кликаем по баннеру. Возвращаемся. Получить. Бонус зачислен. Окей. Далее. С риском. Но этот я не буду. Это уже кто любит рисковать. Для рифоводов, у кого много рефералов. За репост. Посмотрим, что нам дают за репост. Значит, так, выполняйте простые задания от администрации и получайте приятные бонусы. Ниже предоставлен ряд квестов, за выполнение которых администрация выплачивает поощрительные бонусы. Внимательно ознакомьтесь с описанием квеста, условиями для его выполнения и подайте отчет после осуществления требуемых от вас действий. Вот. Все это надо ознакомиться. Пригласить 40 друзей в группу «Контакт». Так, сделать видеообзор. Вознаграждение 5000 серебра. Так, набрать клики в серфинге. Так, набрать 50 рефералов. Кому интересно, смотрите, и дополнительные бонусы будут. Так, что еще? Так, бонусы. Возвращаясь в бонусы. Так, и за видеообзор тоже самое бонусы. Так, серфинг. Вот. Можно зарабатывать, как я уже говорила, серфинг на вывод. Давайте просмотрим одну рекламку коротенькую. Так,
Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. И ждем 22 секунды. Так, 6 минус 2, это у нас будет 4. Нажимаем. Спасибо за посещение. Можно, если вам понравилось, остаться на страничке, можно закрыть вкладочку. Так. Возвращаюсь. Далее, что у нас здесь? Серфинг. Чат есть. Можно общаться. Так, далее. Конкурсы всевозможные. В конкурсе участвуют все пользователи проекта. Выигрывают те пользователи, которые набрали наибольшую сумму баллов. Сами просмотрите. Далее. Задания. На заданиях можно тоже выполнять. Как бы, да? Далее. Игры. Это кто для азартных. Колесо фортуны, лотерея, камень, ножницы, бумага. Далее настройки. Идем в настройки. Так, значит, здесь это пароль изменить. Далее нужно придумать пин-код ввести. Это я потом сделаю уже. Возможно, он нам понадобится при выводе денежных средств. Ну что, так, настройки все так вроде как показала. Возвращаюсь в кабинет. Что у нас здесь? Так, это баланс. На покупки баланс пополнить и на рекламу. Так, вывести нажимаем. Что у нас для доступа к данной странице необходимо пополнить счет минимум на 10 рублей. Но это и понятно, это во всех играх так. Так, ну я пополню. Так, что у нас там? 115 рублей. Так, нажимаю на покупки. Не, смотрите, не перепутайте. Это на рекламу, а это на покупки. Нажимаю пополнить. Платежные системы у нас. Посмотрите, сколько. Payeer, FreeCassa, Bitcoin. Ой-ой-ой, очень много. Так, я Payeer. Сумма в рублях. Я тогда буду пополнять 115 рублей. Нажимаю оплатить. Меня перебрасывает так на платежную систему. Сумма 15 рублей. Ой, 115. Так, оплатить. Меня перебрасывает на платежную систему. Выбираю рубли. Подтвердить. Успешно. Платеж успешно обработан. Окей. Так. В кабинет. И что у меня? Да. 11500. Все правильно. Значит, 1000 серебра это 10 рублей. Значит, я иду в магазин и покупаю себе за 11500 дракончика. Нажимаю «Купить». Покупка совершена. Окей. Куплена одна штука. Замечательно. Вот такая вот, ребят, игра. Вроде как бы и на вывод тоже очень много платежных систем забыла показать. Смотрите, Advanced Cash, Payeer и мобильные всякие связи. Там Билайн, МТС, Мегафон, Теле 2. И вот все. Вот. Кому интересно, пожалуйста, присоединяемся. Будем зарабатывать денежку. На этом буду заканчивать. Видео и так уже затянулось. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.